Как продвигаются масштабные ремонты межквартальных проездов, сегодня проверил лично глава Первоуральска. Игорь Кобец проинспектировал объекты, на которых ход работ уже практически завершился. Один из них – дорога на улице Ленина от Малышева до проспекта Ильича. Визуально сделано все нормально. В экспертизе обязательно проверим и посмотрим. Еще не приняты работы, еще будут досыпаться там, где надо, грунт. И, соответственно, еще мы посмотрим, как сделать небольшой тротуар для того, чтобы людям было удобнее перемещаться вдоль вновь отремонтированной дороги, чтобы не выходили на проезжую часть. На участке дороги по улице Ленина специалисты подрядной организации заменили асфальт на площади 3600 квадратных метров, частично отремонтировали тротуары и парковочные заезды. Глава Первоуральска Игорь Кобец также проверил ход работ на межквартальных проездах на улице Советская. Всего в этом году в городе планируют отремонтировать 17 таких участков, где требуется замена полотна. На эти цели из местного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Сегодня дорожные рабочие приступили к укладке нового асфальта на участке протяженностью более 1000 квадратных метров возле школы номер 6. Сдача и приемка всех отремонтированных объектов состоится после проведения специальной экспертизы. В случае выявленных дефектов подрядчик должен будет устранить все недочеты за свой счет. Работы выполняются в соответствии со всеми технологической документацией. Производим фрезерование, это снятие старого асфальтового покрытия, устройство щебеночного основания, это исправление профиля дороги и укладка асфальтобетонного покрытия.